Ну хорошо, давай познакомимся. Угу. Расскажи о себе, чем ты занимаешься и сколько ты изучаешь русский язык. Ну, я только начал изучать русский 3 месяца назад. Я из Англии, я живу в Англии, на город Саутгемптон. Не знаю, как В сказать. городе. А, В город. городе только. Я говорю немного, я говорю по-испански и немного по-португальски, но я бы хотел изучать русский язык и узнать больше о России вообще. И, да. А сколько тебе лет и чем ты занимаешься, то Сколько есть профессии? тебе лет? 20, no, 20, 29, 29 лет. 29. В следующем месяце мне Будет. быть 30, 30. Мне будет А, мне будет, 30. окей. И я преподаю английский тоже здесь, на Итоке. То есть это твоя работа? Да, это моя работа, да. А какие у тебя хобби? Чем ты занимаешься? Как? Хобби. Какие у тебя А, хобби? хобби. Мне нравится изучение языка. Языков. Языков, да. Я немного играю пианино. Тоже занимаюсь. 3 hours later. Ну, как на зал занимаюсь. Ну, то есть занимаешься в зале спортом, да? Окей, спортом. Ага. Да. Можно сказать, я хожу в зал. Окей. Да, это будет понятно для русских, что ты именно делаешь. Ага, Да, окей. хожу. Да. Читаю немного, смотрю Netflix. Да. Ну, такой типичный молодой человек. Да. Ага. Хорошо. А почему ты начал учить русский язык? Я думаю, что после испанского я хотел изучать язык более сложный тоже. Другой, да, другой язык, А, другой. другой язык. Тоже у меня есть студентки. Из России, и я думал, что, может быть, я преподаю лучше, если я знаю немного о России, о языке. И тоже меня интересна культура России. История Руси. Я бы хотел путешествовать в Русию, Расу. У тебя есть уже какой-то план, куда ты хочешь поехать в России? Сейчас нет. Сейчас очень трудно знать, когда можем путешествовать. Ну хорошо.